Доброе утро, дорогие мои друзья! Приветствую вас на своем канале. Очень надеюсь, что все вы здоровы и чувствуете себя хорошо. Ну что ж, начинается новый день. Вперед на завтрак. По просьбе мужа сварила опять манную кашу. Половину кастрюли уже умяли. Вышли погулять. Вот гуляем. Сегодня очень холодно в Москве. Очень холодно. Гуляем вокруг дома, как всегда. И гоняем ворон. Господи, как хочется услышать пение хороших птичек, а не это карканье. Ну, надоело уже. Вот проходим мимо этого чудесного садика. Смотрите, как красиво тут уже тюльпанчики. Какие-то еще не распустились, какие-то отцветают. Вон сколько кошек тут у нас много бегает. В этом райском садике. Смотрите, какой красивый. Вот люди все-таки потрудились. Киса! Киса! Вот нахалка. Шастает буквально мне по ногам. Еще тут что-то каркает, возмущается. Я делаю вид, что я ее не вижу. И что ты хочешь? Грязь все собирает. Что ты мне говоришь? Еще клюв у нее такой здоровый. Они, наверное, всех воробьев уже у нас тут разгоняли. Раньше были только воробьи и голуби. А сейчас одни вороны. Говорят, что надо присесть, тогда она улетит. Ну-ка, присядем. Оп. Нет, они уже не боятся. Да иди ты отсюда, Каркуша. Давай, иди. Ну, она вообще не стали бесстрашной. Нет у меня сыра, нету. Нет у меня сыра. Угу. Села, готова к взлету. Ничего подобного. Лёва, смотри, а то по макушке сейчас еще получишь. К нам прется. Ну вы посмотрите. Ну вообще. Какой же у нее здоровый клюв. Страшный. Обалдеть. Ну-ка, пойду я на тебя сейчас прогоню. Нет, смотрите, она даже не уходит. Опна. Ну, конечно, на дерево за тобой я не поскочу. Пойдемте домой, ребят. Пошли домой скорее. Быстренько, быстренько домой. Быстренько домой. Вы не видите эти вороны? По-моему, самые грязные птицы. Сейчас всю грязь оттуда. Из мусорных бачков сейчас будут все по всему двору разбрасывать. Вот так вот. Вон тоже инфекции. Кто-нибудь выбросит там перчатки? Просто так, без пакета. Ну, она запросто растащит по двору. Я уже видела, у нас во дворе такие перчатки валяются. Вон, что-то вытащила, смотрите-ка. Помощница. Все. У нас град сыпется. Так стучит по подоконнику. Погода. Ух. Закроемся скорее. Что еще сегодня я сделала? Вот взяла курицу. Показываю вам все это на подоконнике, потому что что-то так темно в квартире, даже при включенном свете. В общем, вот курица, вот ее остов. Как курицу разделывать, вы все знаете. Кстати, у меня на канале есть видео, как разделать курицу. Оставлю ссылку. Значит, остов у меня идет, вот это все пойдет на бульон. Залью холодной водой, буду готовить первое. Подумаю, что, наверное, щи, скорее всего. Вот эти два куска от грудки я отделила и их вот так аккуратненько обрезала, отбила. Я их заморожу. Вот нам как раз на один обед или ужин будет достаточно.
И это все, что, ну, мясо здесь, бедрышки, ножки, крылья. Я это замариную и сегодня буду это готовить. Скорее всего, гарниром пойдет рис. А это вторая часть грудки. Мелко порезала. Тоже замариную соевым соусом, посолю, поперчу. Потом буду готовить, добавив замороженный перец, помидоры, возможно, еще капусту. Ну, что тут будет гарниром, покажет время. Возможно, рис, возможно, картошка. Вот это я сейчас заморожу, прямо в пакете сделаю. И вот, понимаете, да, сколько блюд получается из одной курицы. Вот, это одна курица, а можно купить несколько, и вот так все их сразу разобрать по пакетикам, положить в морозилку, потом просто доставать и готовить. Я у крылышек вот эти самые кончики, я их отрезаю, кто-то выбрасывает, но я бросаю их в бульон, проварится, все равно от них что-то да будет, какая-то полезность вместе с остовом. У меня вот такие пакеты для заморозки. По-моему, в Икеа их покупала давно. Но мне они не очень понравились, потому что они закрываются вот такими штучками. Вот, видите? И сами пакеты. Вот литровый пакет. Вот он какой по размеру. А это пакет на 2 литра. Вот, чтобы вы понимали. Где-то, наверное, практически формата А4. Вот этот вот. Так, и, значит... Грудки я разрезала пополам еще. Сейчас я их сложу в пакет, просто заморожу. Я собираю еще вот такие подложки. Я не помню, от чего они были. Может быть, финики тут были, может, еще что-то. Но вот я их люблю собирать. Они такие чистенькие достаточно. Я просто сюда вот так сейчас положу. По 2 штучки. Чтобы они... не соприкасались друг с другом. Вот так одно на другую и в пакет. Ну, на этих пакетах можно вот подписать, что я сделала, что здесь у меня грудка отбивная, и это жарить. И дату я ставлю, чтобы понимать, сколько это можно держать в морозилке. Ну, получается вот такая упаковочка. Смотрите-ка. Вот. Очень даже здорово. Не знаю даже, где показать, какой же свет плохой у нас. Стоят лампы 100-ваттные, 2 лампы на кухне, 200 ватт. Я не пойму, что со светом. Напряжение у всех большое. Но получается вот такой пакетик. Сейчас отправлю его в морозилку. Второй пакетик подписала вот так, что это грудка жарить и добавить перец, томат. Вот. Сейчас это тоже все уберу сюда и прям сюда сразу же в пакет налью соевый соус, посолю, поперчу. Вот налила прям внутрь соевого соуса. Осталось у меня совсем немножко моего соевого соуса. Здесь я тоже мариную. Миска у меня такая рыжая. Здесь я красила яйца на Пасху. Она не отмывается. Вот. И вот сюда я еще положу горчицы. Можно, конечно, все это потом сделать. Но знаете, хорошо как-то это можно сделать. Вот прям вот достану все замороженные продукты. И на сковороду. Все, добавлю туда перец резанный, тоже мороженый, помидоры мороженые, можно и огурцы. Все это сделаю, будет вкуснота. Я специально взяла для этой части курицы 2-литровый пакетик, чтобы можно было завязать на узелок. Вообще я люблю пакеты, которые вот закрываются, знаете, не знаю, как называть, такой замочек, джик, вот это удобно. Но те пакеты у меня остались на даче. Поэтому вот здесь можно все вот так размешать. Размешать, все вместе, не заморозить, а потом просто на сковородку выбросим все дела. Вот уже, пожалуйста, 2 блюда уже готовы. Ну, это сейчас 3-е будет блюдо. Это я уже не буду никуда замораживать. Это я уже буду готовить вечером. Но здесь у меня соевый соус, сейчас поперчу. Здесь, кстати, я сказала соль, но я пока не добавляла, потому что соевый соус и так соленый. Это надо будет пробовать, когда буду готовить. Здесь вообще ничего не добавляла, не солила ничего, просто заморожу. Но это сейчас чуть-чуть еще добавлю сюда каких-нибудь травок, какие найду, поперчу и поставлю пока в холодильник, чтобы это промариновалось. Готовить буду позже. Вот так вот можно заготовить. А представляете, если купить, например, 4 курицы, сразу все это сделать, и как надолго этого хватит. Даже, например, супы сварить на 4 раза.
Мы, например, кастрюлю супа съедаем за неделю. Ну вот, считай, что на месяц уже первым обеспечены были вы, если бы я купила 4 курицы. Ну, эту курицу я достала из морозилки, из своих запасов. Поэтому не стала доставать больше. Решила так, пока потихонечку. А пока я там делала заготовки вот эти вот для, чтобы заморозить, уже, смотрите, положила остов этот, уже у меня здесь варится бульон. То есть курица, конечно, замечательный продукт, мне нравится. Можно быстро все делать, и будет вкусно. Главное, чтобы куры были хорошие. А это вам, друзья мои, немного пустынный сейчас, но все равно красивый Кореи. Ну, да и пила.